Тебя засадили вместе с ворами и бандитами. Как это может быть? Что ты? Что ты, сынок? Да в тюрьме-то ведь полным-полно честных людей. И вообще хороших-то людей вокруг больше. Так что же они сделали? Ровно ничего, сынок. Вот за это их и посадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру. Тюрьма построена для тех, кто ворует и убивает, а у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него во дворце. В тюрьме сидят. Честные люди.